Творческие люди не привязаны к торжественным датам. Муза посещает поэтов, художников, музыкантов вне зависимости от дня календаря. Объединяет мастеров одно – берег Крыма, гостеприимный в любое время года. Детский смех и южная природа – неисчерпаемый источник вдохновения. В этом году творческий рождественский вечер Ильи Резника пройдет под аккомпанемент улыбок малышей и шум вечной зелени за окном. Репетиция торжества в самом разгаре. Для народного артиста России это первые зимние праздники в Крыму. На полуостров он прибыл на поезде. Здесь, на юге, поэт черпает вдохновение буквально отовсюду. Творил и по дороге на полуостров. Я здесь написал уже две книги. Уже вышли молитвы с благословения святейшего патриарха Кирилла. И вот неделю назад вторая книга такого же формата, в бархате, красная, 500 страниц. «Сотворение мира». И третья книга будет называться «Библейские притчи». Я вот здесь тоже пишу. Сегодня ночью написал еще. В сентябре 2019 года в Ялте открылась школа Ильи Резника «Маленькая страна». И вот ее участники уже готовы выступить на одной сцене с маэстро. В программе творческого вечера как известные произведения, так и несколько премьер – музыкальных и поэтических. Илья Рахмельевич практически всю Библию, все сотворение нашего мира, все, наверное, молитвы, вот все, что связано с духом человека, он все это перекладывает на стихи. Это очень доступно. Это доступно очень не только взрослым, но и деткам. Взрослый не каждый так может. Репетиции позади, маэстро на сцене. Теперь, когда стихи выучены, а номера поставлены, самое главное – справиться с волнением. Ведь для многих ребят это первый сценический опыт. И разумом, ныне и присно, люби царя Бога, Его одного, любовью люби Его, светлый и чистый. Духовные тексты автор чередует с лирическими стихами и мемуарной поэзией. В преддверии 75-летней годовщины Великой Победы над фашистскими захватчиками Илья Резник зачитал стихи воспоминания о блокадном Ленинграде. 42-й жестокий год, сентябрь месяц, аэростаты, ежи, сирены, зов. Жизнь как смешение красок на палитре художника, от темных к солнечным. И на этом творческом вечере каждая деталь приобрела свой оттенок. В том числе и новая песня Ильи Резника «Рождество». Рождество, Рождество, свет и радость идут под венец, извиня, Рождество. С песней по жизни. Мастер старается вложить самую главную идею в сердца юных исполнителей и слушателей. Творить нужно так, чтобы наша необъятная страна звучала в унисон, в мире согласии и гармонии. Александр Ткачев, Алексей Семенов. Утро нового дня.